Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на коллиматорный прицел AIM Micro T1. Это реплика коллиматорного прицела Aimpoint Micro T1, модификация модели H1. Коллиматорный прицел хорошо подходит для карабинов системы AR и автоматов АК серии. Также его можно установить на пистолеты. Корпус коллиматора выполнен из анодированного алюминия. Крепление его производится на рис-планку зажимным винтом. Для питания коллиматора используются батарейки типа CR1620. Чтобы установить батарейку, нужно сбоку открутить крышку и установить батарейку в корпус коллиматора. Чтобы включить коллиматор, нужно прокрутить колесико. Марка имеет 5 положений яркости в красном и зеленом свечении. Покрытие линзы антибликовое, кратность 1x. Коллиматор имеет защиту линз в виде колпачков, которые идут в комплекте. Прицельная марка настраивается по вертикали и горизонтали. Его вес 127 грамм. Технические характеристики и наличие коллиматоров Micro T1 вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы хотели бы увидеть в следующем обзоре. Всем пока!